Уважаемые братья и сестры, мир вам. Меня заручили привет. А, это в конце у вас. Можешь и сейчас, и потом мы закрыли. Окей. Хусская церковь из Закарпатской области искренне придает вам большой привет, поэтому просим вас принять. Я уже у вас не один день. И вечерами с некоторыми из вас мы встречаемся, и всегда очень приятно иметь с вами общение, вместе думать, вместе рассуждать и вовлекаться в размышления над Словом. Поэтому очень сильно переживаю, чтобы не забыть о том, что это суббота, это проповедь. Мы встретились для того, чтобы озвучить библейские тексты, кратко порассуждать. И меня очень насторожило, что 2 часа у проповедников. Вот я всегда вспоминаю случай. Я был 8 лет миссионером в Житомирской области, в еврейском городе Бердичев. И в той церкви, где я служил, там была одна потрясающая сестра и один потрясающий брат. Диакон церкви. И у него всегда проповеди были вне времени. То есть он никогда не чувствовал, когда нужно закончить. Но эта сестра делала потрясающую вещь. Когда она уже сильно уставала от того, что говорит брат Саша, она всегда сидела на задней лавочке. И когда мы слышали следующий вздох, то мы знали, что брат Саша сейчас закончит. Потому что он услышал самый центральный звонок, когда уже нужно заканчивать. Если я вдруг увлекусь, вот, то я прошу кого-то из вас вот, вздохнуть. Вот, и я все пойму. Но бывает, еще сразу убегает кто-то, просто не из-за Окей. Ну, теперь вы меня запутываете. В библейской истории есть целая сюжетная линия о непростых отношениях, и где близкие люди в какой-то момент становятся очень чужими друг другу людьми. И почва, на которой это возникает, не в последнюю очередь религиозная или почва веры. И когда мы читаем с вами о таких историях, как Исаак и Измаил, Яков и Исав, Иосиф и братья, то когда мы перечитываем эти истории, то у нас такое впечатление, что эти отношения очень болезненные и очень трагичные. И каждый раз, когда мы к ним возвращаемся, всегда стоит ключевой вопрос – смогут ли они жить вместе? Смогут ли они быть вместе? Потому что там, где появляется Господнее благословение, там появляется и все остальное. Зависть, обман, коварство, хитрость, желание мести и так дальше. Таков парадокс библейской истории, как только появляется благословение для кого-то. Как только кто-то благословлен, кто-то избран, сразу же в историях появляется и все остальное, потому что это жизнь. Да? И сегодня хотелось бы озвучить историю, с которой все начинается. История о Каине и Авеле. Именно она закладывает, вообще-то, начало всем этим братским отношениям. И в каком-то смысле даже является историей пророческой, потому что она показывает, насколько все будет непросто в братских отношениях или сестринских отношениях. С одной стороны, это история о первых братьях, в отношениях которых вера занимает не последнее место. Это история о первом совместном поклонении Богу. Оба брата приходят принести жертву Богу. Но с другой стороны, это история и о том, к чему все это привело в конечном итоге. Первые братские отношения заканчиваются братоубийством, а первое поклонение Богу заканчивается смертью. Поэтому, когда вы начинаете думать о том, что вообще происходит в этой первой истории, то она нераздельно связана с вопросом поклонения Богу. Поэтому эта история очень хорошо показывает, кем может быть брат в моей жизни или каким братом я могу быть в жизни другого человека. Но более того, что необходимо учитывать или к чему необходимо быть чувствительными
в братских отношениях или в сестринских отношениях. Давайте откроем с вами книгу «Бытие», 4 главу, и озвучим коротко эту историю. С 1 по 12 стих, и потом перейдем сразу к 16. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего, от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И после мы читаем с вами, что происходит убийство Авеля. И в 9 стихе мы слышим: «И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Каин говорит, что это больше, чем он сможет нести, и его жизнь в опасности. Бог делает для него знамение, и история заканчивается следующими словами: «И пошел Каин от лица Господнего и поселился в земле Нод на восток от Эдема». По традиции мы называем с вами эту историю «История Каина и Авеля». Но несложно заметить, что Авель – это персонаж истории, которому уделяется меньше всего внимания в этой истории. Он есть, но он всегда на втором плане. На первом плане Каин и Бог. В начале, в середине и в конце истории они самые главные персонажи в этой истории. Мы видим, как развиваются их отношения и какой диалог они ведут между собой. Поэтому будет вполне справедливо сказать, что убийство Авеля – это прежде всего не результат отношений Каина и Авеля, это результат отношений Каина и Бога в этой истории. И на это указывает причина конфликта. Ведь когда начинается конфликт между братьями? Ровно тогда, когда Бог начинает выбирать между ними. Пока Бог не выбирал между ними, братья приходили просто на обыкновенное поклонение Богу. И нигде не видно в этой истории, чтобы между братьями было какое-то соревнование. Но как только Бог начинает выбирать между ними, сразу же возникает конфликт между ними. И такое впечатление в этой истории, что Бог как будто бы провоцирует этот конфликт своим выбором одного и не выбором другого. Но мы с вами по жизни знаем, что есть провокация ради провокации, а есть провокация ради того, чтобы открыть правду. Иногда нас спровоцировали, и открылась просто жизненная правда о нас, о нашем положении, о нашем состоянии. Представьте себе следующую картину. Вы очень долго искали и выбирали подарок
для человека, который вам не безразличен. Да, это очень часто касается молодежи, когда идут на день рождения. Да. Ищут подарок, думают о том, что подарить, как подарить, что было бы что-то особенное, то, что у человека нету. Иногда спрашивают, но чаще всего хотят сделать сюрприз и так дальше. Я не знаю, как здесь в немецкой культуре, но у нас постоянно пытаются сделать сюрприз. Да, это иногда сюрпризы печальные. Да. Но тем не менее, да, вы ищете подарок, вы нашли, вы приходите к человеку, даете, а он на вас смотрит и говорит, мне это вообще-то не нужно. Я не принимаю подарок. Это ни о чем. Ваша реакция. Как минимум, есть две. Ну, кроме той, когда мы говорим, что хорошо, что не взяли, мне больше будет. Первое. Вы задаете себе вопрос. Что я сделал не так? Что мне нужно учесть в следующий раз, чтобы человеку было приятно и человек подарок принял? Вторая реакция. Вы обиделись, разозлились, что подарок не приняли. Если вы пошли первым путем, то вы действительно хотели сделать приятное человеку, потому что вы думали о нем. И когда это ему не подошло, вы начинаете задавать себе вопрос, а что я могу учесть в следующий раз, чтобы в следующий раз ему было действительно приятно. И вы продолжаете думать об этом человеке, независимо от того, что он не принял, вы продолжаете думать об этом человеке и думаете, что нужно исправить. Но если вы пошли вторым путем, то становится понятным, что на самом деле изначально вы хотели приятное сделать не человеку. Вы просто пытались, даря подарок, себя реализовать перед этим человеком. И выбирая этот подарок, вы больше думали о себе, чем о человеке. Поэтому, когда не принят подарок, вас это оскорбляет. Да? Потому что я хотел, я старался, а ты отнесся так. Есть подарки, которые люди дарят не для того, чтобы сделать приятное вам, но для того, чтобы реализовать себя. Это в лучшем случае. В худшем случае они хотят подтвердить свое доминирование над вами или поставить вас в положение должника. Вам никогда не предлагали что-то в жизни, и вы понимаете, что если вы возьмете, то вы на крючке. Вы в долгу. И когда вас что-то попросят, вы не сможете отказать. Среди приматов или обезьян есть очень интересное поведение. Это то, что заметили ученые. Альфа-самец очень часто занимается интересной вещью. Он раздает пищу тем, кто за ним идут. И если кто-то из группы не принимает, он начинает проявлять агрессию и может даже убить. Потому что если не принимает, то не признает его власть и не признает его доминирование и не признает того, что он в долгу перед этим лидером. Это очень, когда вы начинаете задумываться о том, как отреагировал Каин на то, что сделал Бог, вы начинаете смотреть на эту ситуацию совершенно по-другому. Потому что Каин свою жертву, которую он приносит Богу, осмысливает очень по-язычески. Он приходит к Богу, дать Богу что-то, чтобы иметь право получить что-то взамен. И когда Бог отказывает ему, ему кажется, что сейчас у него уже нету никаких прав просить что-то. И на кого он смотрит в этой ситуации? Потому что Бог избрал себе другого. Этот имеет привилегию перед Богом.
Поэтому самый хороший способ в такой момент избавиться от того, кто имеет привилегию. И тогда у Бога будет только один вариант – любить того, кто остался. Поэтому, когда вы начинаете задумываться об этой жертве, и когда вы начинаете задумываться, что вообще происходит здесь, то мы начинаем осознавать, что то, как Каин отреагировал на отказ, вскрывает то, с каким отношением он вообще пришел к Богу. И вообще, в каком смысле его жертва перед Богом? И когда Бог отказывает, вскрывается реальность или вскрывается правда. У известного российского персонажа Андрея Кончаловского в Ютубе есть очень интересная рубрика, которую он назвал «Ужаснись сам себе». И в этой рубрике он рассказывает людям о том, в каком они положении, где они живут, что вокруг них и вообще какая разруха их окружает. И он отталкивается от очень простой мысли, которую он в свое время заимствовал у Маркса. И мысль звучит очень просто. Только встреча с собой настоящим, со своим настоящим положением, открытое признание своих недостатков, мотивов, может быть преобразующим шагом на пути к переменам. И Андрей Кончаловский как раз этой рубрикой достигает простой цели, ужаснув людей тем, в каком они положении, они начинают задумываться вообще о том, а не стоит ли это вообще положение менять. Поэтому вот эта вещь «ужаснись сам себе» – это очень сильная штука, социально сильная штука. Но это невозможно без конфликта. Это то, что делает Бог с Каином. Он сталкивает его с собой же в присутствии ему подобного, в присутствии брата. И вся его внутренность, состояние вскрывается в этих отношениях. Но заметьте, что весь этот конфликт с братом – это простое отображение его конфликта с Богом. И все. Поэтому первый момент, который следует учитывать в отношениях с братом или сестрой в конфликте. Часто в отношениях двоих присутствует трое. Ты, тебе подобный и еще одна незримая личность или арбитр этих отношений, которая очень часто играет судьбоносную роль здесь. Потому что в отношениях двоих, когда что-то происходит, оказывается, что начинается вскрываться правда. И как только начинает вскрываться правда, как только произошла эта провокация, оказывается, что мы начинаем ужасаться сами себе, какими мы можем быть в отношениях. Поэтому один из моих профессоров всегда говорил так: конфликт, друзья, это земля святая. На этой земле нужно снимать обувь, быть очень внимательным, прислушиваться, делать выводы и обращать внимание, как ведет себя другой и как ведешь себя ты. Потому что как раз в конфликте и открывается вся нагота твоего состояния. Поэтому то, что всегда нужно в этой истории замечать, в конфликте Каина и Авеля есть трое. Каин, Авель и Бог. И Бог умышленно делает определенную вещь для того, чтобы открылось состояние Каина, и это состояние открывается в отношении с его братом. Второй момент, который следует помнить в отношениях. Есть вещь, которую для людей, и верующие здесь не исключение, отдавать по-особому сложно. Это то, в чем Бог испытывает Каина. Учиться уступать брату первенство в глазах Бога. Позволить ему быть избранным, быть особенным, позволить ему быть первым. Но смириться с тем, что кто-то первый, невероятно сложно. Кто-то умнее, красивее, сильнее, богаче и так дальше. Потому что если кто-то первый, то второй. Мы по жизни не хотим быть вторыми.
Если вы задумываетесь о своей жизни, мы по жизни не хотим быть вторыми. То, чем мы занимаемся, мы хотим быть в этом первыми. Поэтому в первенстве мы почему-то видим избранность или особенность. А все мы хотим быть особенными. И этот жизненный настрой может разрушить отношения в самый неожиданный момент для нас. Иногда мы даже не подозреваем, что первенство для нас важнее отношений, а амбиции важнее смирения. Это вскрывается, когда Бог начинает вмешиваться в отношения и вскрывает моменты поникшего лица. Лица зависти и недоброжелательства. Это лицо, помышляющее о нарушении 10-й заповеди. Не пожелай. Это нежелание смириться с тем уделом радости и счастья, которое у вас есть, с тем положением жизненных вещей, которые у вас есть, и попытка постоянно заглядывать в чужой двор. Это лицо, желающего быть председателем или первенствовать. Вспомните ситуацию с Давидом и Саулом. Саул прочувствовал, что Давид избранный Богом, но никак не соглашался с тем, чтобы отдать ему первенство в этом случае. И заметьте, как часто в церковных общинах, когда возникает какой-то конфликт, какими высокими идеями он прикрывается, почему этот конфликт возник. Но на самом деле все очень просто. Просто есть поникшее лицо, да, которое очень часто прикрывает какие-то вещи громкими идеями, почему мы не можем. Это то, что происходило с Саулом. Это лицо человека, который желает, чтобы Бог был на его стороне, и он совершенно не думает о том, что он должен быть на стороне Бога. Но мы часто забываем о том, что быть избранным не обязательно быть первым. Вспомните, Яков, Иосиф, Давид, они не первые, но они избранные. И вспомните, Измаил, Исав, Илия, они первые, но они не избранные. Более того, очень часто мы забываем с вами, что иногда наше призвание поддерживать первенство первого. Помните Варнаву? Он поднял Павла, он поднял Марка, но он никогда не был первым. Он всегда как будто бы в этих посланиях в тени. Но он помог ключевым личностям в библейской истории быть первыми. Именно поэтому, и именно этому Бог учит Каина. Независимо от того, что кто-то первый, ты не менее избранный. И то, что Бог постоянно в общении с Каином и постоянно обращается к нему, как раз об этом и свидетельствует. То, что я избрал сейчас Авеля, не значит, что у нас с тобой нет отношений. Наоборот, эти отношения есть. Потому что только тогда, когда мы позволяем другому быть первым, когда мы другому позволяем быть особенным, уникальным, мы начинаем задумываться о собственной особенности и уникальности. Только тогда, когда мы перестаем задавать вопрос «почему не я?», но задаем вопрос «а в чем я?», тогда начинается более-менее здоровая жизнь. И здесь мне всегда припоминаются слова Адмора из Коцка, который отличался всегда особым остроумием и в свое время сказал потрясающую фразу. «Если я – это я, потому что ты – это ты, а ты – это ты, потому что я – это я, то ты – это не ты, а я – это не я. Но если я – это я, потому что я – это я, а ты – это ты, потому что ты – это ты, то я – это я, а ты – это ты». Он говорит о простой вещи. Мы не можем жить чужую жизнь. Мы должны научиться жить свою жизнь, независимо от обстоятельств и то, что происходит с нами сейчас. Поэтому это как раз то, на что и указывал Бог Каину. Ты должен научиться, независимо от того, что Авель избран, понимать, что ты тоже не отвергнут. У
У тебя тоже есть свое предназначение, своя роль и своя жизнь, и ты должен ее жить. Поэтому второе, что всегда необходимо помнить, вот это поникшее лицо, оно портит нам отношения очень быстро и в неожиданные моменты. И мы очень часто боремся с этими чувствами. Третий момент, о который полезно помнить в отношениях, особенно конфликта. Если охватить историю Каина и Авеля в целом, то текст показывает переход от крепких отношений к непоправимой отчужденности. Как начинается эта история? Вначале мы читаем: «И она зачала и родила Каина и сказала: приобрела я человека от Господа». История начинается тем, что зарождается семья, и на это есть воля Бога, и Бог с ними, Бог в этом. Но когда мы добегаем конца рассказа, мы сталкиваемся с картиной обратной началу истории. Потому что мы читаем следующее утверждение: «И пошел Каин от лица Господнего и поселился в земле на восток от Эдема». Они стали группой людей, которые не могут при лицом Господа быть вместе. И заметьте, что Бог был вовлечен и был непосредственным участником как в момент, когда зарождалась семья, так и в момент, когда семье пришлось разделиться. Если вы обратили внимание, в любой нормальной общине основное ударение всегда делается на своевременное построение отношений между братьями и сестрами. И это правильно. Потому что именно к этому мы и призваны. Это и есть наш путь. Но реальность жизни такова, что мы очень редко задумываемся о том, а как своевременно иногда приостановить отношения, чтобы не убить их полностью. Когда мы обращаемся с вами к этой истории, то вы заметите, как Бог говорит Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Это призыв к своевременности. Бог предупреждает, что в голове у него, в мыслях его начались вещи, которые нужно своевременно приостановить. Потому что если не остановишь, это повлечет за собой трагедию. По большому счету, то, что говорит Бог Каину, говорит: останови это отношение к ближнему своевременно, вовремя. А если не можешь, да, то здесь было бы хорошо для Каина сделать то, что в свое время сделал Авраам с Лотом. Они начали конфликтовать, они начали не находить общий язык. И что они делают? Авраам говорит: если ты направо, то я налево, если ты налево, то я направо. Потому что для того, чтобы сохранить наши отношения, нам нужно временно приостановить их и переосмыслить, переосознать, обдумать, еще раз прийти к каким-то заключениям. Поэтому я всегда с очень большой опаской говорю это, но я понимаю, что в этом что-то есть. Иногда в приостановке отношений Бога намного больше, чем когда мы их начинаем продолжать. Потому что есть отношения, которые мы осознаем, что если мы их будем культивировать в уме дальше, все, к чему это приведет, это к большой трагедии. Поэтому есть три вещи, которые хотелось бы, чтобы мы помнили из этой истории. Первое. В отношениях двоих всегда присутствует трое. И очень часто Бог является вот тем, в хорошем смысле, провокатором, который что-то вскрывает в этих отношениях, и мы начинаем ужасаться сами себе, какие мы можем быть или какой человек может быть по отношению к нам. Второй момент. То, что кто-то избран или нам кажется, что кто-то особенный перед Богом, это еще не значит, что мы не таковые. И вопрос, что я должен делать, что я могу сделать, в чем моя судьба, в чем мое призвание, он всегда должен прежде всего звучать в наших головах, когда мы видим, что кто-то нашел свое призвание и радуется этому. Он на своем месте.
И третье. Иногда жизнь заставляет нас своевременно не просто строить отношения, но и приостановить своевременно отношения для того, чтобы переосмыслить, в правильную ли мы сторону развиваем их и чем это все может для нас закончиться. И пусть Бог даст нам сил видеть эти вещи, помнить эти вещи и обращаться к ним тогда, когда сталкиваемся с непростыми отношениями в общине и так дальше. Аминь. Давайте помолимся.